От ремонта дороги до обеспечения жильем многодетной семьи. Со своими проблемами жители Верхневолжья обратились к губернатору Тверской области во время личного приема граждан. Какой результат дают такие встречи, рассказывает Наталья Чекет. Жительница Максатихинского района обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать участок дороги в деревне Красуха. По ней в населенный пункт приезжает скорая помощь, школьный автобус и, конечно, сами жители пользуются этой дорогой. Всего требуется отремонтировать участок в 15 километров. Вообще невозможно машина, можно продвигаться. В плачевном состоянии все дороги. А дорога эта, она центральная, не то что по деревне, она центральная. И вот сделали асфальт до Соснушки. Губернатор сообщил, что ремонт дороги запланирован и ведется в три этапа. В этом году было по плану 2,5 километра, в следующий год 17 и 24, по-моему, порядка 20 километров, если не ошибаюсь. Значит, мы приняли решение, что эту дорогу мы сделаем максимум за 2 года, 22-23. С просьбой о другом ремонте кровли в многоквартирном доме обратилась жительница Твери Наталья Красовская. Женщина уже более 10 лет добивается проведения капитального ремонта в доме номер 24 по улице Королева. В частности, речь идет о крыше, которая, по словам Натальи Михайловны, уже давно превратилась в решето. Течет так, что не только сейчас верхние этажи страдают, но и проходит и дальше. Конечно, я уже не говорю об эстетике, потому что обои отваливаются, двери разбухают. Просто страшно уже за проводку. Кроме того, плесень пошла и грибок. Выслушав обращение Натальи Красовской, Игорь Рудани сообщил, что в доме запланирован капитальный ремонт кровли с применением утеплителя. Как отметил глава региона, сейчас проводятся конкурентные процедуры по выбору подрядной организации. Затем будет заключен контракт. Работы планируется выполнить до осени. За содействием в решении жилищного вопроса обратилась многодетная мать Ирина Коробкина. У Ирины большая семья, муж, трое дочерей и маленький сын. Все они живут в небольшом доме в поселке Жарковский. Сейчас Коробкины стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Хотелось бы, чтобы у нашего сына, которого мы очень долго ждали, была отдельная комната. Чтобы у старшей дочери, конечно, которая уже сама 19-й год почти хозяйка, хочется, конечно, чтобы ей какая-то комнатка была отдельная. И девочкам. Вот у нас есть такая возможность, есть такой дом, нашли мы большой. У нас очень много планов. С поселка Жарковского мы не хотим никуда уезжать. Прекрасный поселок. По итогам общения Игорь Рудени сказал, что в регионе действует специальная программа для многодетных семей. Необходимые средства на ее реализацию выделены.